задачи этого фестиваля является сохранение и развитие культурного наследия региона, культурные связи, культурный мост, диалог. Когда мы в прошлом году проводили этот фестиваль, вся вот оргкомитет работал над тем, чтобы фестиваль имел международного характера. И правительство Узбекистана одобрило это предложение, и наш фестиваль имеет статус международного характера. В этом году вы сами стали очевидцами, видели, что у нас более 200 ремесленников участвовали из многих стран и также нашей республики. Более 12 павильонов были размещены зарубежные гости. Зарубежные гости, ремесленники, также вот видели из Кыргызстана, Казахстан. Такая радость, что с любовью, с гордостью целая делегация из Таджикистана. Никогда такого не было, чтобы вот такая большая делегация из Таджикистана участвовала. Участники из Венгрии были, участники из Ирана. Впервые Иран участвует, впервые Афганистан участвует. В рамках программы этого фестиваля 3 дня действовала ремесленная выставка. И также и 3 дня подряд шло фольклорно-этнографические концерты во всех праздничных местах части старого города. Посвященная «Как превратить Бухару в центр туризма». Вот такая большая глобальная конференция. Кто приезжает в Бухару, они будут ознакомиться с архитектурными памятниками, также с теми произведениями, шедеврами, которые производятся руками ремесленников. Фестиваль дает укрепление связи, развитие ремесленничества, развитие туризма между странами. Мы поедем, вы приедете, у вас экотуризм, у нас памятники. Так было интересно ознакомиться с изделиями, работами друг друга. Друг друга приглашают в обмен опытом. Изделия, которые требуются, которые есть у них потребность, чтобы мог его вывести на международный рынок и продавать, реализовать. Также у этих же ремесленников, когда появляется творчество, производят и произведения шедевров тоже. Угу. Есть, например, скажем, ткани и когда есть категория изделия, которые можно ежедневно использовать, а производят такие ткани на праздники, праздничные, авторские работы, узоры, там, дизайны, все это. Многие-многие вот эти ткани, рисунки, все восстановлено, 18 век, 17 век. Мне кажется, многие остались довольными, потому что реализация была очень хорошая. Это говорится о том, что у них уже сложилась
знания, навыки по маркетингу, по ценообразованию и по спикерам. Sangi, 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 s